В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, нагрузка на медицинский персонал сейчас колоссальная. Для тех, кто не может дождаться врача на дом, открыли дистанционные пункты консультирования по заболеваемости COVID-19. Учитывая то, что у нас не получится полностью ходить во время заболевания на дом, и по рекомендации Минздрава мы открываем дистанционные, а не раньше у нас были дистанционные пункты консультирования, обзвона наших пациентов, кто болеет, для того, чтобы принять тактику решения. Добавлю, что за день в медучреждение поступают сотни звонков. Связаться со своей поликлиникой или получить консультацию по телефону можно, позвонив на номер 122.